Промышленная площадка Ульяновского моторного завода наконец-то получила второе рождение. Со дня на день в одном из старых цехов завода начнет работу компании по капитальному ремонту, сервисному обслуживанию и эксплуатации путевых железнодорожных машин. Именно этим согласием разместиться на площадке Brownfield Engineering Service Путьмаш и привлек в первую очередь внимание блока развития правительства области. В первую очередь хотелось бы отметить, чем интересен этот проект для Ульяновской области по поводу того, что, безусловно, это очень высокотехнологичный проект и вписывается в стратегию развития нашего региона и направленную специализацию нашего региона на машиностроение, да, соответственно, работу с серьезными механизмами, в том, что, по большому счету, это первый такой серьезный резидент индустриального парка, о котором мы в свое время говорили, нашего моторного завода. Компания, в свою очередь, также была заинтересована именно в Ульяновске и, более того, именно в территории моторного завода. Ульяновск – город достаточно технически оснащенный, предприятий много, а в плане железнодорожного узла тоже имеет хорошую логистическую позицию, технически оснащен, поэтому город вполне подходит для ремонта путевой техники. На базе моторного завода, почему? Потому что здесь предприятие, в принципе, цех, который нам моторный завод представляет, у нас технически устраивает, будет одним из, как сказать, уникальнейших предприятий вообще в России, который располагается на 7000 квадратных метров. Почему Ульяновский моторный завод? У него есть свои мощности, которые будут в кооперации работать с нашими мощностями. На первом этапе запланированный объем инвестиций достигнет 250 миллионов рублей и будет создано около 50 рабочих мест. До конца года планируется провести ремонт нескольких десятков единиц техники, что даст оборот в районе 200 миллионов рублей. При выходе на полную мощность эта цифра возрастет в 5 раз, а число рабочих мест превысит 200. Но проект интересен не только инвестициями и новыми высокооплачиваемыми рабочими местами, но и инжиниринговым направлением. Проект достаточно такой интересный с точки зрения, так скажем, развития производства в Ульяновской области. Это в первую очередь создание рабочих мест и привлечение новых технологий из-за рубежа. У нас есть словацкая компания, которая готова на сегодняшний момент ноу-хау перенести именно на территорию города Ульяновска, на наше предприятие, и производить здесь уже, соответственно, машины. Посетивший пока еще пустующий цех в Рио губернатора Сергей Морозов высоко оценил новый инвестиционный проект и пообещал его инициаторам максимальное содействие в налаживании кооперационных связей. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.